Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. А это мой младший братик Джордж. Это мама свинья. А это папа свин. Свинка Пеппа. Работа и игра. Прекрасное солнечное утро. А, какой чудный день для отдыха. Папа свин любит отдохнуть. Папа, разве ты не идешь на работу? Нет, папа, сегодня суббота. Папа свин не работает по субботам. Папа свин, ты опоздаешь на работу. Но сегодня суббота, мама, или нет? Нет, сегодня четверг. О! Папа свин работает по четвергам. До свидания. Пока! Бедный папа, ему надо работать. А маме повезло, ты можешь весь день играть дома. Я не играю, я работаю за компьютером. Джордж хочет играть в веселую курицу. Джордж, мы поиграем в веселую курицу, когда я закончу работу. Мама овца и Сьюзи заехали за Пеппой, чтобы ехать в детский сад. Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Сьюзи! Хорошего вам дня в саду! До свидания, мама! Работай хорошенько! Миссис овца, вы работаете или играете? Сегодня я буду много работать. Я иду в спортзал. Что вы делаете в спортзале? Бегаю, прыгаю и скачу! Мама, это не работа, это игра! Пеппа и Сьюзи прибыли в детский сад. Здравствуйте все! Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Сьюзи! Эй, дети, сегодня мы будем играть в магазин. Кто хочет быть продавцом? Пусть Пеппа и Сьюзи будут продавцами, все остальные будут покупателями. Пеппа и Сьюзи будут понарошку торговать в магазине. Что мы должны делать? Я буду брать деньги, Сьюзи, а ты смотри за полками. Хорошо. Пес Дэнни первый покупатель. Здравствуй, продавец. Здравствуйте, мистер Пес. Можно мне печенье, пожалуйста? Сьюзи, у нас есть печенье? Нет. Но есть игрушечный телефон. А сколько он стоит? С вас $100, пожалуйста. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Эй. Здравствуй, продавец. Можно мне немного хлеба, пожалуйста? Нет, но ты можешь купить игрушечный дом. Вам положить его в пакет, сэр? Да, пожалуйста. С вас 1 цент, пожалуйста. Ой, у меня денег не хватает. Вы можете заплатить в следующий раз. О, какая тяжелая работа. Да. Здравствуйте, продавец. Что я могу купить за $1 000 000? Сьюзи, скажи, а что у нас есть за $1 000 000? Морковка? Да, пожалуйста. Кролик Ребекка любит морковку. Пора домой. Папа Свин приехал за Пеппой и Сьюзи. Папа, у тебя был трудный день? Да, я очень много работал. Мы тоже очень много работали. Мы были продавцами. Трам-там-там-там-там-там-там. Конец. Печатать. Мама-свинья закончила работу. Хорошо, Джордж. Может быть, мы сыграем разок веселую курицу? Мы заслужили это. Хитрая мама, ты что, играешь в веселую курицу? Потому что мы с Джорджем закончили свою работу, правда, Джордж? Мы все закончили работу, так давайте играть! Продюсер Фил Дэвис, авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невил Астли. Свинка Пеппа.